Малайзия планирует приватизировать Malaysia Airlines. Инвестиционный фонд правительства, которому принадлежит 69,4% акций авиаперевозчика, в пятницу объявил о выкупе оставшихся акций. Инвестфонду в целом за выкуп бумаг придется заплатить 429,9 миллиона долларов. Малайзийские авиалинии несут убытки последние три года из-за возросшей конкуренции со стороны азиатских компаний. Окончательно ее позиции пошатнулись после двух авиакатастроф в марте и июле. Общие убытки компании за последние три года составили порядка 1,3 миллиарда долларов. В марте исчезло воздушное судно, выполнявшее рейс из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек. Предположительно, самолет упал в Индийский океан. В июле авиалайнер, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донецкой области Украины. На его борту находились 298 человек.